Дорогие друзья, сегодня мы поговорим об одной весьма занимательной игре, ставшей абсолютным хитом среди подобных e-симуляторов в конце 20 века – Theme Hospital. Theme Hospital – это экономический, если позволите, медицинский симулятор, разработанный британской компанией Balfred Productions и выпущенный в продажу известным издателем игр Electronic Arts в уже далеком 1997 году. К слову, Balfred Productions, созданная в 1987 году Питером Молиньо, должна быть хорошо известна любителям симуляторов всех времен и народов. Заложив основы авангардного игрового поджанра «Симулятор Бога», Питер Молиньо сумел доказать свою профессиональную пригодность и направил все уникальные идеи, рожденные в голове, на раскрутку современных, оригинальных в своем роде симуляторов, где игрок – творец и созидатель. За годы плодотворного труда он совместно со студией разработал такие продукты, как Populous, возможно, родоначальника всех современных божественных симуляторов, популярную киберпанковую антиутопию Syndicate, небезызвестный развлекательный симулятор Theme Park. Питер Молиньо стремительно приобретал известность среди коллег и студий-соперниц, а также интуитивно и очень точно различал цвета современной игровой моды. Через несколько лет господин Молиньо установил безоговорочный авторитет среди межнационального игрового мира, выпустив одну из самых узнаваемых и популярных игр ушедшего столетия – Dungeon Keeper. Совмещая в себе элементы уже привычного для разработчиков симулятора бога, игра обретала свежее дыхание с добавлением элементов 3D-шутера. После успеха Dungeon Keeper преданные фанаты игры озадачили себя критически важным вопросом – будет ли продолжение у столь захватывающей игры? Питер Молиньо и его команда не заставили ждать долго. Ответ был готов заранее. И естественно, после года упорного труда над модернизацией первой части эпохального симулятора, исправив прежние ошибки, добавив много нововведений, в 1999 году на торговые площадки всего мира выходит Dungeon Keeper 2. Достойнейший наследник престола в жанре симуляторов бога. Как и предыдущая часть, игра получила широкий положительный отклик в игровом сообществе. It's good to be bad. Хорошо быть плохим, гласил девиз первой части игры. Этот лейтмотив создавал неповторимый и сугубо индивидуальный стиль студии. Именно поэтому огромная доля популярности, полученная Молиньо и Balfred Productions, была получена благодаря острому, блистательному чувству юмора работников компании. Так называемый черный юмор, иногда доходящий до абсурдных значений, сделал свое дело. Игры Balfred Productions можно было узнать с первых секунд игры на компьютере. После выхода Dungeon Keeper, заработав славу в профессиональном игровом сообществе, укрепившись финансово, обогатившись поклонниками по всему миру и получив ценнейший опыт в сфере разработки игр, Молиньо и компания имели полное право экспериментировать в плане выбора тематики игры. Ответственные люди занимались подготовкой второй части Dungeon Keeper, а остальная часть компании решила сделать резкий ход в сторону и перейти от мрачных подземелий и упадочных декораций к чему-то светлому и чистому, например, к больнице. Питер Молиньо и Ли Эдгар, обсудив на годовом совещании студии все тонкости дела, в 1998 году приступили к созданию игры. На начальном этапе сложностей практически не было, ведь компания уже знала секрет успеха своих игр. Основой практически любого продукта Balfred Production был заточенный под определенный сеттинг симулятор бога. В этот раз под руку попалась весьма занимательная задумка. Что же заставит игроков по всему миру пристально следить за монитором компьютера, ритмично щелкать мышкой и стучать пальцами по клавиатуре? Бескрайние равнины фэнтезийных вселенных исхожены. Фантастический мир недалекого будущего показал все свои прелести и ужасы. Переходить в настоящее время и позволить игроку управлять страной с ее армией и политическим тылом? Все оказалось гораздо проще и понятнее. Вспоминая успешный Theme Park, Молиньо и Эдгар перешли от общего к частному, от глобального к локальному. Вместо государства – отдельная организация. Полиция? Может быть. Частное предпринимательство? Вполне возможно. Медицина? Да, точно, симулятор бога-врача. Theme Hospital, вышедший в 1998 году, главной задачей перед игроком ставил управление больницей. Вы являетесь незримым управляющим местной поликлиники и должны добросовестно заниматься делами своего здравоохранительного учреждения. В самом начале игры вы получаете лишь небольшое количество денег и пустое здание будущего храма жизни. Каждая миссия имеет определенные условия для ее прохождения. В ваших руках сделать все возможное, чтобы процесс взаимодействия клиники и пациентов шел должным образом.
Пациенты весьма требовательны и заносчивы. Многие из них будут недовольны ценами или квалификацией врачей. Они будут мешать спокойной работе больницы, портить общую игровую статистику и, к слову, вести себя довольно неприлично. Важно отметить, что все болезни, представленные в игре, вымышленные, и большинство из них довольно забавно. Чего только стоит раздутая голова, невидимость, длинный язык, необычная простуда. Некоторые болезни будут недоступными для изучения, поэтому придется потратить время, чтобы найти выход из ситуации. В поздних миссиях вам придется встретиться с явлениями эпидемий и вирусов. А это уже довольно сложный уровень. Игроку придется использовать логику, смекалку и интеллект для решения серьезных проблем, связанных со здоровьем. Впрочем, механика игры не позволит вам долго думать. Это игра быстрых решений. Если есть вирус, то нужна вакцина, и требуется поскорее изучить этот антидот. Несмотря на то, что напрямую управлять персонажами и объектами геймплея у вас не получится, вы сможете нанимать соответствующий персонал, закупать различные технические и медицинские новшества. Вы получаете и располагаете в больнице различные кабинеты и оборудование, нанимаете докторов, медсестер, уборщиков и секретарш. Некоторые комнаты жизненно необходимы для работоспособности больницы. Это кабинеты для консультаций, комнаты для работников и туалеты, тогда как другие не являются обязательными. Например, кабинеты общей диагностики, сканирования, рентгена. Некоторые комнаты предназначены для лечения определенных болезней, и некоторые устройства требуют постоянного ухода, иначе они придут в негодность. Так что вам придется прокачивать врачей, зарабатывать репутацию истинного эскулапа. Важно сказать, что врачи могут иметь квалификацию в психиатрии, хирургии и исследовании, или любой комбинации из этих трех. И соответственно, если они обучают нового доктора, обучать будут своей специализации. Не стоит забывать и об остальном персонале медклиники – уборщицы, секретарши, ремонтники. На рабочий персонал клиники также влияет и усталость, жара и заработная плата. Закупайте обогреватели, ставьте кондиционеры, поднимайте зарплаты, ведь чтобы персонал оставался довольным, необходимо следить за условиями их труда. Игра от компании Balfrag Production снова пришлась по вкусу многомиллионной игровой армии, и фанаты преданно сметали игру с прилавков магазинов. Важно отметить, что этому способствовал порт оригинальной версии с компьютеров на PlayStation и добавление мультиплеера. Что касается русской локализации, то переводом и дубляжом оригинальной озвучки игры занималась московская студия 1S Soft Club. С уважением относясь к первоисточнику, актеры дубляжа смогли передать тот самый оригинальный юмор и сатирические фразы от Balfrag на «Великий и могучий». Например, диагноз «Spare ribs» – «лишние ребра». Заболевание развивается как осложнение вредной привычки ставить любой вопрос ребром. Симптом – неприятное томление в груди. Лишние ребра удаляются хирургами в операционной, а вот болезнь «slack tongue» – длинный язык – возникает из-за хронического обсуждения мексиканских сериалов. Симптом – язык удлиняется в 5 раз. Лечение до слез простое. Язык засовывается в языкорезку и укорачивается быстро, эффективно и безболезненно. Вкупе с забавными голосами девушек из регистратуры, вызывающих пациентов в кабинет, невнятной руганью уборщиков, недовольных условиями труда или наглостью посетителей клиники или шумом медицинской техники – все это создает неповторимую атмосферу муравейника, где всегда что-то гремит, шипит и лопается. И желание поскорее засунуть палку в этот рабочий круговорот совсем отсутствует. Наоборот, здесь хочется устроить все по высшему разряду. Питер Молиньо догадывался о том, что игровое сообщество будет радо продолжению именитой первой части Theme Hospital, но решил отложить вопрос о продолжении и бросил силы своих сотрудников на создание таких игр, как Sim Theme Park, Sim Cuesta и Aquarium. Отложив все планы по разработке второй части, Питер Молиньо понимал, что игровая индустрия терпит серьезный кризис и желает других веяний. И снова интуиция подсказала ему, что в компании не хотят заниматься дальнейшим проектированием симуляторов бога. Electronic Arts, публиковавшая игры Balfrag, купила студию в январе 1995 года. Питер Молиньо, занимавший пост вице-президента и консультанта Electronic Arts до 1994 года, после приобретения большинства активов студии окончательно покинул Balfrag, чтобы основать в 1997 году новую компанию Lionhead Studios. Его знаменитый проект Black and White, построенный по каноничной схеме, принес ему и дальнейший успех, но об этом мы еще поговорим.
Что касается текущей ситуации с этой игрой, то Theme Hospital очень даже жива. Более того, она продолжает радовать поклонников со всех стран своим вторым грандиозным возвращением на игровую сцену. Продвинутые энтузиасты, любители старой доброй оригинальной игры, сделали шикарный подарок для тех, кто еще помнит времена раздутых голов и невидимых пациентов, снующих по больничному кафелю поликлиники. Их работа, проект Corus XTH, который является кроссплатформенным портом классической игры Theme Hospital, позволяет желающим прочувствовать дух игры уже не только на Windows и PlayStation, но и на операционных системах семейств Linux, FreeBSD, macOS X и Android. Более того, Theme Hospital словно сама зашла в косметологический кабинет, выходя оттуда уже с обновленным внешним видом. Фанаты игры сумели переделать основные текстуры игры, перевести ее в HD вид и увеличить допустимое количество разрешений. Что касается Theme Hospital, это классика жанра. Эпатажный, искрометный юмор в тандеме с четким стратегическим планированием каждого действия в игре – все это приносило вкусные, сочные плоды. Theme Hospital не давал скучать ни секунды. Вы искренне пожелаете окунуться в мир томографов, медицинских страховок и записей на прием к любимому терапевту. Вам слышится звук кашля из соседнего кабинета, а за дверью напротив медсестра делает пациенту укол. Страшный вирус идет по городу, заражая мирных горожан. Ну а вы? А вы, закрывая глаза и садясь за компьютер, надеваете халат, резиновые перчатки и уже готовы дать бой неприступной заразе.